на душистый хмель. Цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой колеющих южных широт, где свирепая буря отбоя тепла океанскую пыль ведет. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, глаза глядят бесприютной тоской, и глаза глядят бесприютной тоской, покровеющие небеса. Профессионалам зарплата навалом, плевать, что налет, они зубы плюют, им платят денежищи, огромные тыщи, и даже за проигрыш. И за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги, и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам, отчаянным малым, игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором, хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой, и ладно, черт с ним, пускай лежит, не оплошай, бык, Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессионалам судья криминалом ни бокс не считает, ни злой мордовой, и с ними лет 20, кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже, их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был в две полосы, сперва распласт, а после пластырь, а ихний пастор, ну как назло, он перед боем знал, что слабоим, молились строем, не помогло. Профессионалам по всяким каналам, то много, то мало, на банковский счет, а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед. Пусть высшие лиги плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей, за нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней. Sun, you're my earth,
come crashing down. No, you don't have to say what you did. I already know how far I'm from. Now there's just no chance for you and me. You'll never see down and make you sad about it. Tell me you love me, why did you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. God, I refuse, you must have me confused with someone again. Yeah, bridges got burned, now it's your turn to cry. Ha ha ha!
окружен людской молвой. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так ведут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут? Сегодня просто праздник какой-то! Здравствуй, дорогой и уважаемый друг, талисман Новосибирского клуба «Сибирь», друг Снеговик. Спешим поздравить тебя с наступающим Новым годом. Казалось бы, что общего между Липецком и далекой Сибирью? Отвечу тебе следующим образом. На удивление, нам всем очень нравится ты как талисман и ту игру, которую показывает команда «Сибирь». Очень много людей в нашей группе, в том числе, болеют в континентальной хоккейной лиге за Новосибирскую Сибирь. Видео со Снеговиком, где ты пытался выступить в защиту Коскинина, вашего вратаря, вызвало бурю положительных эмоций в нашей группе, и нам очень понравились твои действия. И да, я стараюсь действовать в таком же ключе, также защищать своих хоккеистов и пытаться добраться до чужих хоккеистов, ну иногда до судей. Поэтому хотел бы передать тебе пламенный привет и ряд подарков от нашего хоккейного клуба. Итак, подарки следующие. Значит, вот этот замечательный шарф, где перечислены все небольшие регалии нашего клуба. Наш лозунг «Только Липец, только победа». Вот он вручается. Далее тебе вручается наша замечательная шапка, выполнена в наших фирменных цветах, красно-желтых, с надписью «Липецк» и с нашей эмблемой. Следующим подарком идет шайба, где нарисован талисман хоккейного клуба «Липецк», Якоб Шмельжека. Ну и, конечно же, логотип хоккейного клуба «Липецк». А это моя маленькая копия, которую ты сможешь разместить в своем автомобиле на этой присосочке. Вот набор магнитов. Вот набор из трех магнитов с моей физиономией. Еще передаю тебе программку с моей фотографией на развороте. Ну и венец всего подарка – это шмелиный мед. Прошу оценить его по вкусовым качествам. А от своего лица и от лица хоккейного клуба «Липецк» хотелось бы пожелать команде «Новосибирская Сибирь» как можно продвинуться по сетке плей-офф и желательно, чтобы вы стали чемпионами КХЛ. Мы будем всем липецкам болеть за вас в континентальной хоккейной лиге. С пламенным приветом, Шмель Жека. Secret side and play.